Поздравляю всех студентов Крымского федерального университета и всех студентов России и мира с Днем студенчества, с Татьяниным днем, покровительницы студентов. Крымский федеральный университет изменил свою парадигму, и самым главным человеком в университете является студент. Поэтому у нас есть активный совет обучающихся, поэтому ситуационные центры, поэтому индивидуальная траектория обучения позволяет студентам формировать свое будущее. И в идеале, оканчивая Крымский федеральный университет, студент не только будет иметь успешную высокооплачиваемую работу, но и даже свой бизнес. Я поздравляю вас с Днем студента, будьте активными! Крымский федеральный университет вам поможет, и мы наполним Крым активными, успешными, богатыми и счастливыми людьми. С праздником!